Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Турции, в регионе Мармарис, в городе Мармарис. Мы будем инспектировать с вами отель Green Natural Resort and Spa. Отель находится на третьей, скорее всего, береговой линии, потому что нас везли сюда, мы поднимались в гору. Это стоит иметь в виду, если вы будете брать данный отель. Ресепшн большой. Сильный. Бар на ресепшене. Панорамные окна на территорию отеля. Вон там находится море, где-то километр до него. Есть 2-3 водные горки, 4. Территория компактная, городской отель. Номер 3142, стандарт, ванная комната, раковина одна, фен маленький. Ванна, душ, ковровое покрытие, одна большая кровать, две маленькие, того 4 места, плазменный телевизор, центральный кондиционер, все чисто, аккуратно. Балкон маленький, стол, два стула, вид горы, территория бассейн. И тут, если так, то частично боковой, если вот отсюда, то немножко на море. Четыре горки. Пляжные полотенца выдаются в отеле под депозит. Депозит составляет $10, 10 евро или 20 лир. В спа-центре стандартно бесплатно сауна. И полежать на камне, где делают процедуры хамама. Сами массажи все платные. Далее, сейф платный, $3 в день или 2,5 евро. А-ля-карт ресторана нет. Для детей работает мини-клуб с 4 лет до 12. Работает каждый день с 10 до 12 часов дня, потом с 2 до 4. Каждый день мини-диско в 8:30 начинается, в 10 заканчивается. Анимация не русскоязычная. Обещают через какое-то время русскоязычного аниматора с детьми работать. И из русскоязычных здесь только я. Пляж. Да, каждый день в 11:00 отходит сервис от отеля. И в 16:50 он возвращается обратно. Один раз в день. На пляже. Пляж отеля Green Nature Diamond. Зонтики, лежаки бесплатно. Напитки и питание все за доплату. Если до моря, до городского пляжа из отеля примерно 500 метров от отеля, городской пляж. Если Green Nature Diamond примерно километр. Типы номеров. Здесь есть стандарт и family. Стандарты все, по-моему, 25 квадратных метров. В главном корпусе ванны. Корпус есть спорта. Еще два корпуса клуб, но они пока не открыты, и все, что бронируется пока на клуб, селится в главный корпус. Откроется через месяц. В клубных номерах 20 квадратных метров и душ. Дизайн тот же самый. Максимальное размещение в стандартном 3 человека. А в фэмили две комнаты без двери между собой, спальня и гостиная. Там, по-моему, 4 человека. В главном корпусе ванна, клубных душ. $42.05, фэмили. Ванная комната. Thank you.
ванна, душ. Здесь три кровати, ковровое покрытие, телевизор плазменный, вот дверь. Это просто коннекшн, который соединяет два номера. Здесь одна большая кровать, два кресла. Выхода здесь нет уже, поэтому, в принципе, это family номер стандартный. Еще одна ванная комната. Здесь уже душ. Ванная комната большая. Есть балкон. Балкон средних размеров. Четыре стула и один столик. Вид на горы. Здесь рядом есть еще один балкон. В этом номере получается два балкона. Вид открывается хороший. Много зелени, растительности. Тихо. Ну, тут дорога сбоку, но по ней никто не ездит. Мы поднялись с вами на второй этаж. Панорамный вид здесь будет открываться. Посмотрим. Если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.